Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Илья Бобров и канал Beaver VR. Сегодня мы поиграем в такую игру, как босс, prison босс, тюремный босс. Очень прикольная игра, где нам нужно крафтить вещи, продавать их и, собственно говоря, подниматься по социальной лестнице тюрьмы. Ну и, собственно, мы начинаем. Наша камера, сразу скажу, для работы игры нужно пространство 2 на 2 метра. Вот. Что нам дается в начале? Ну, деньги я уже заработал. Мы можем переставлять вещи. Так. Press your thumb to turn this. Так. Но, сами понимаете, снова, как всегда... С пола поднимать что-то неудобно. Вот. Днем, значит, мы занимаемся тем, что продаем вещи, которые мы скрафтили ночью. Ночью мы эти вещи крафтим. Вот у нас есть часы, мы можем сразу перемотать на ночь, если не хотим ничего продавать или у нас нечего продавать. Вот. И нам нужно... Днем, то есть ночью, не спалиться, потому что ночью ходят охранники. Так, где я? Если у нас нет денег, мы можем продать вот этого милого чувачка, можно его погладить. Ему не очень нравится эта фигня. Прости, братан. Что-то здесь никто не ходит. Сегодня, точнее сейчас. Вот, крафтить мы можем достаточно много вещей. Сигареты, веревки, эротические письма. Ну, собственно, и покупать мы можем тоже много чего. Обустраивать наше жилище. Покупать сейф, шкафы, чтобы прятать вещи. Потому что ночью их обязательно надо будет прятать. Вот. Так. Ну и сколько у нас сейчас времени? 7 часов. Надо переступить провода. И приступим к ночи. Как же неудобно с проводами. Вот у нас ночь, и мы будем... Боже. Будем крафтить сигареты. Одну сигарету я уже продал. Давай. Нам надо ее поднять. Делается это нехитрым образом. Сыпем табак. Затем, вот это я не понял, механика как работает. Как-то... Пальцем вверх вроде... Блин, вот... Это неудобно сделали, вот. Ее мы заворачиваем, потом лижем и получаем сигарету. Где коробка? Вот это не очень удобная механика. От стола лучше отходить, иначе... Все вещи просто... Это непривычно на самом деле, что ходить приходится самому. Я, кстати, не вижу сейчас здесь этих. Это непривычно достаточно, потому что редко в каких играх используется такой вот... Вон он идет. Чтобы... Так, чтобы он нас не спалил, можно нам переместить вот эти вещи сюда. Так, надо успеть это выкинуть сюда и побыстрее. И, по идее, сейчас он нас спалить не должен. Все нормально. Он прошел, он делает такие круги. Время идет достаточно быстро. Поэтому крафтить надо успевать. Как мы изначально крафтим? Ну давай же. Вот не очень удобно. Две бы камеры, конечно, ноло. Мана. 8 баксов. Ну давай, давай. Почти. Это можно пока положить. Ящик, само собой, можно закрыть. Так. Мы рвем бумажку. И делаем эти вот опять движения. Все, табак закончился. Так,
Надо отойти. Как же тебя скатать-то? Я просто... Вот. Все, нормально. Скатал. Так. Давай. Надеюсь, он этого не заметит. А как это так? Я думал, он меня спалит. Ведь физика поведения предметов в этой игре, она как бы... Вот, и день настал. Так что, где я? Физика поведения предметов в этой игре, она как бы не очень мне нравится, на самом деле. Вот, и, собственно, как мы торгуем сейчас. Ну, давай же. Берем... Нет. Берем сигарету. Положим ее пока сюда. Даем пятюню. Провода. Как же они меня напрягают. И мы можем здесь покупать материалы, какие-то тулс, инструменты, фурнитуру. Сейчас подойдем. То есть, ну, сейчас закрыто. Это ручка как раз, чтобы нам можно было писать эротические письма. Из материалов у нас есть бумага и есть, собственно говоря, табак. И из фурнитуры, ну, это тоже закрыто, скорее всего. А, нет. Вот у нас есть еще один стол, хороший. И есть сейф. Вот. То есть, берем сигарету. Давай же. Берем сигарету, кидаем ему. Получаем 8 баксов. Так, стойте, у нас же есть еще одна сигарета. Давай. Так, нет, не деньги. Не деньги нам нужны. Вот. Берем еще одну сигарету. Продаем 16. Бай и лиф. И вуаля. Денежки. Днем нам ничего не грозит. Абсолютно днем. Эти чуваки не ходят. Кошка пришла, села. Где у меня центр? Руки. Ой. Все, нормально. Сейф. Вот у нас сейчас есть это... А, 10 и 6. Нет? Боже. Я говорю, физика в этой игре, она... На самом деле какая-то странная. Непонятно, как она себя ведет. Сейф-то лучше было бы, наверное, купить. Сколько времени? Почти ночь. Так. Давай достанем табак. Уберем сюда деньги. Так, табак давай. Вот этой вроде рукой. То есть... Нет. Давайте попробуем вот этой. А, я же не могу сейчас. Точно, точно. Тогда... Пока закроем ящик. Еле как туда что-то помещается. Боже, как мне ходить? Непривычно. Я все думаю, что я чего-нибудь задену. И будет очень плохо. Сколько тут у нас? 8 баксов. Ладно, сюда же их положу. Так. Нужен табак. Ой-ой-ой. Аккуратно надо брать. Тратиться. И провод от наушников. Как же ты меня напрягаешь. И сохранение. Я на самом деле не знаю, идет у нас сохранение каждую ночь или нет. Так, значит, табак пока отложим. Свернем вот эту сигарету. Да боже ж ты мой! Я говорю, на самом деле, вот эта физика, она прям вот напрягает. Вот как тебя свернуть? Да что? Нормально же все было. Я просто хотел взять другую руку.
как-то... Вот так. Все. Есть сигарета. Так. Где я? Положим ее вот сюда. Идем обратно к столу. Что с тобой не так? Нет. Приходится постоянно смотреть. Откроем. Боже, как распахнулось. В тюрьме же как бы это все запрещено. Же. Так, вот так. Это куда мы? Он здесь вот не увидит. Так, давай. Офицер, я ничего не делаю. У меня нет ничего противозаконного. Совершенно. Чё ты остановился-то? О, их два стало. То есть надо очень быстро делать. Кстати, а тут есть меню? Нет меню. Не вижу я его. Наверное. Но они там тупят что-то. Если мы как бы не хотим... Где там у нас? С этой стороны. Если мы не хотим что-то делать, просто мотаем ко дню. Или мы, если достаточно сделали. То есть мотать тоже можно без проблем. 17-й день зимы. День 6-й. И все, вон чувак уже бежит с нами торговать. Бла-бла-бла. Так. Ну, давайте купим. Ну, опять уехала. Сейф 13. Эй-эй-эй. 13 баксов мы ему должны. У меня в столе 16. Еще 3 бакса остается. Взять. Перекрывает телом. Опять? Где у меня это? Где я вообще стою, господи? Ой, блин, уронил. Да что ты будешь делать? Ну возьми же ее! Если, кстати, приседать, то более-менее все нормально. Да, провода! Да. С пола поднимать — это великая проблема. Боже мой. Пока мы торгуем, время стоит. Это как бы тоже очень важно. Ну, да и в принципе все. Вот, собственно говоря, весь геймплей Нола у меня совершенно съехало. Сейчас она показывает, что там прямо, а на самом деле прямо должно быть там. Такое иногда бывает. Ну, в принципе-то и все. Это был Prison Break, и с вами был, как всегда, Илья Бобров, и вы были на канале Beaver VR. Так, где у меня камера? Beaver VR. Ну и всем пока!